Я очень рад, что в республике уделяется огромное внимание развитию культуры, сохранению культурного наследия. Хочется, чтобы эта тенденция сохранялась. Татарстан не просто современный динамичный регион, не просто регион, где есть там иннополис, где есть природные ископаемые, сельское хозяйство, промышленность, но этот регион с потрясающим культурным наследием. И мне бы хотелось, чтобы то внимание, которое сейчас уделяется властями республики культуре, оно не ослабевало, а только росло, потому что современные технологии, они рано или поздно станут устаревшими. Программы компьютерные меняются, заводы могут открываться новые, закрываться старые, а культура, она вечна, только она остается после нас. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».